Губернатор Курганской области Алексей Кокорин лично проверил, как обстоят дела с уборкой урожая в ряде районов. Глава Зауралья убедился в том, что ситуация сложная. По области убрано чуть более 60% зерновых. Выпавший снег не позволяет работать дальше в обычном темпе. Главам районов поручено представить правительству области данные по предварительным убыткам. Мы провели мониторинг с момента посевной и по сей день. У нас и период созревания практически не было, потому что до конца сентября хлеба практически были еще зеленые. Даже если была возможность их убирать, но в таком состоянии их не просто-напросто и не высушить, и не убрать. ЗАО «Глинки» использует посевные площади на территории двух районов – Варгашинского и Белозерского. Убрано 3000 гектаров, что составляет 73% от общего объема. Нами было действительно принято очень большие меры и по техническому перевооружению, и приобретению комбайна дополнительного, укомплектовании подборщиками всех комбайнов. Жатки были куплены, начали уборку в ранние сроки, в конце августа. В обществе с ограниченной ответственностью Пичугина Варгашинского района убрано около трети площадей. Ситуация сложная. Вот единственное, что плюсовые температуры. Может быть, только на это надеяться. А другого варианта нет. Значит, сегодня наша техника, да, наша российская, значит, да, и даже импортная, зарубежная, не может справиться, значит, с такой ситуацией. Вот, очень высокая влажность сегодня зерна, вот, поэтому если даже мы ее сможем намолотить, то мы не сможем просушить. Подобные погодные условия, по оценкам специалистов, беспрецедентные. Тем не менее, уборочная страда будет продолжена до конца. При этом сельхозпроизводители получат максимальную поддержку. Понятно, что по тем полям, по тем уборочным площадям, по которым уже убрать невозможно, это либо списание посевов в результате чрезвычайной ситуации, либо... Оставляем на весну, домолачиваем весной, но это тоже не вариант, это самый крайний вариант. Телеканал «Шадр.Инфо» по материалам информационного агентства «Курган.ру».